Полностью завершить все работы по строительству дорог, связывающих Университетский проспект и ЖСК «Остров», планируют в октябре текущего года. Об этом сообщил заместитель главы администрации, начальник управления дорог Дмитрий Долгий. На данный момент мы сейчас можем наблюдать, это по улице Шкиперской ведется устройство асфальтобетонного покрытия. В общем, на объекте у нас порядка 90% выполнены работы по ливневой канализации. В сентябре месяце их завершаем. Также у нас ведется работы именно по устройству тротуаров, освещения в поселке. И также параллельно продолжаем работу по устройству асфальтобетонного покрытия. Напомним, асфальтирование дорог на острове Русский – одна из приоритетных задач администрации Владивостока. По инициативе губернатора Олега Кожемяка и при поддержке полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Труднева, дороги на острове поэтапно приводятся в нормативное состояние. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.